Меня зовут Эля. Егор. Вика. Алиса. Саша. Настя. Аня. Глеб. Рада. Настя. Алис. Мне 9. 7. 8. 6. 9. 6,5. 8. 4. 9. Исполнится 10. 12. 7. Папа. Мама. 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 Островская Елена. Мама. Да. Мама. 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 Ну, я помню, что вначале ин, а потом не помню, там какое-то слово без пробела там написано. Да. Работник. Компания работник, правильно понял? Да. Хорошо. Авентус. АВС. То есть как целое слово. Инновайс. Инновайс. А вот. Инновайс. Навайс. Инновайс. Инновайс. Мама работает. Она работает за компьютером весь день. Тестировщиком. Работает в бухгалтерии. Программистом. Она поправляет программы. Поправляет? Да. Проверяет за кем-то, да? Ну да. Тестировщик она? Да. Работает. Делает программы. Зарабатывает деньги. Разговаривает на английском. Программирует. Она сидит в компьютере. Тестирует программы. Даже не знаю, что проверить, как они работают. Связано с деньгами. Она считает деньги, может. Нажимает на клавишу, да? Она работает. Она считает цифры за компьютером, деньги. Нравится. Почему? Потому что она уже много тут учится и не хочет уходить из этой работы на другую. Дома учится, весь день за компьютером сидит. Ну да. А почему? Ну, может, потому что интересно за компьютером сидеть. Да. Почему? Ну, не знаю, тут хорошо тут. Да. 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 Почему? Потому что она нашла свою любимую работу. Приходит домой и улыбается? Да. Да. Почему? Она мне говорила. Что говорила? Она мне говорила, что ей нравится работа. А что это конкретно было? Она всегда говорит, мне очень нравится работа. Хорошо. Да. Да. Работы и люди, которые здесь работают. Ну, красивый офис. Ну, вообще понравился офис, очень достаточно красивый. Много разных видов работы. Кухня. Не знаю, просто вся работа понравилась. Я хочу стать тоже, может быть, программистом или учителем, или кем-то другим. Программистом. Художником. Ну, я не знаю. Я хочу либо пианистом, либо каратистом, либо космонавтом. Но больше я хочу пианистом стать. Пианистом, каратистом и космонавтом, да? Угу. Ну, наверное, космонавтом, да. Космонавтом хочу стать. Актрисой или моделью? Актрисой или? Или моделью. Или моделью. Ну, или тоже, ну, или программистом. Я буду делать игры на телефоне. Строителем. А как насчет программистом, может быть? Ну, может, программистом. Вы можете программистом, да?
Я не знаю, возможно, программистом, как и мама. Программистом. Балериной. А программистом? Балериной. А программистом балериной? Ну, да, потому что мне здесь нравится. Да. Да. Ну, не знаю. Ну, понравилось? Mm, да. Тогда, наверное, хотела. Да. 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 А что у нас так понравилось? Ну, просто... Когда я первый раз у мамы на работе была, тогда мне очень понравилась компания и это все такое. Да. Почему? Потому что мне нравится. Да? Ну, хотела бы. Хотела. А почему? Потому что тут весело. Достаточно большой офис, тут очень удобно, комфортно, тут хорошо. Просто уютно. Да. Thank you.